Очи горят или нет? Нет. Кто еще скажет? Очи. Очи горят или нет? Очи горят, да зацепись внутри. Они прошли тренировку, они на этот бросок научились. Нет, я сразу же это сказал. Не знаю, да, то, что это? Может, и не проходили. Передняя подножка, кто знает? Абаз. Знает, да, все? Молодцы, все знают. Передняя подножка, а тоже? Тая тоже. Тая тоже. Что передняя подножка? Смотрим сюда внимательно. Делаем сейчас переднюю подножку. Берем захват, классический захват. Не надо сюда лезть, вот отсюда берем. Второй. Тоже берем захват. Смотрим внимательно. Взял второй захват. Отворот. Отворот. Взял. Первое мое движение. Делаю. Раз. Опять же на себя тянем. Смотрим сюда. Раз. На себя. Раз. Когда делаю раз, рука, локоть смотрит. Не уходит сюда. Вот. Вот сюда. Локоть вставляю. Вот сюда. А этот, рука моя, вот, поднимайся вот это положение, вот, раз, второе мое движение смотрим, вторую ногу мою смотрим, два, поворачиваюсь, его нога остается между моими ногами, смотрим сюда, делаю, раз, вторую мою ногу, два, и третий, вот, вставляю, и бросок, еще раз. Его можно даже отрабатывать дома, линию начертили, линию начертили, смотрим сюда внимательно, чуть ногу сюда, ногу вниз, смотрим сюда, раз, раз, два и три, вот, смотри, стоит, вот, если ты зашел вот так, вот, смотри сюда, зашел, раз, ногу сюда поставил, а сюда, колено дали, колено. Вот, раз ушел сюда. Чтобы был вот так. Раз, два, чуть глубже сюда уходим, как цирку. Раз, два и три. Должен. Сейчас будем делать, сейчас будете показывать. Смотрим внимательно. Чтобы не было раз, два, вот этот локоть сюда не зашел. Локоть сюда, и вот этот передний подножки неправильный, это не передний. Это он упадет, получается, через бедро. Поэтому надо выходить. Делать раз, 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 два, три. Должен делать. Раз, два, три. Должен делать. Кто же умеет делать, мы проходим на еще, да? Раз, два, три. Более опытные должны делать. Два в одном. Два в одном. Что такое? Мы вставляем ногу, стоим. Да? Своим соперником. Идет борьба. Ты же не делаешь, два, три. Ты делаешь, стоишь, это положение, опа! Тут же с одного движения ушел под него. Ушел под него, а здесь взрыв должен быть. Подпевая таза. Должен быть вот так. Сейчас мы пока будем делать. Раз, два, три. Смотрим маркер. Раз, раз. Второй ногу смотрим. Два, и... И контроль должен до конца. Показать, кто будет. Вопрос есть? Да, задавай. Показываем вас. Давай, ставь. Тёма, выходи, Абаз. Быстро, 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 время. Давай, давай. Ну, выходи быстро. Давай, берём захват. Туда смотрим, не на меня. Ровно стоим, ровно. Ровно. Давай, первое движение. Вот видишь, нет, это неправильно. Нет. Я сказал. Дети, смотрим, занимаем. Что-то, да? Первое движение. Он не тянет, видишь, он сразу ног вставляет и поворачивает. Делаем. Раз. 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 Второй мою ногу смотри. Два. Три. Потерял, что делать? Вот сейчас поворачивать. Все, правую вещь потерял, он упал. Не торопись. Первый. Раз. Ногу вставляй. Уже ногу надо вставлять. Правую ногу. Нет. Я же не знал. Вот так вставляю ногу. Вторую ногу закидаем сюда. Нет, нет. Видишь, тебе тяжело поворачивать. Почему? Потому что ногу надо так вставить. Да. Первый. Второй ног закидаем. Хорошо. Не иди назад. Рука, рука. Тебя на минуту смотри. Нет, нет, рука ты чуть снимаешь, вот ему. Держи. Вот рука, конечно, сюда. На него не надо смотреть. Смотри. Закидаем ногу. Сюда. Сюда. И поворачивай. О! О! Молодец. Давай, сам делаешь без меня. Ноги шире. Давай, ноги шире давай. Нет, 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 нет. Ты видишь, ты без первого движения, ты просто ногу вставляешь, ты хочешь на это. Нет, я же говорю, делаешь раз,
два, три. Все. Переногу, передвижение. Раз. Молодец. Два. Три. Рука. Молодец. Ну, просто рука. Чуть пошел вверх. Все. Можно дальше. Выходи. Два умара, выходите. Давай, в конце идем. Не забывай. Выходи отсюда. Ладно, выходи, выходи быстро. Выходи, давай. Время уже. Давай. Показывай, потом 3 минуты и я кончу. Давай. Нет, это без захода не надо. Отворот берем, отворот. Два. Опа. Рука. Три сур в конце. Дети, еще такой важный момент, смотри сюда. Сергей, можно, пожалуйста? Вот важный момент смотрим. Вот вчера у нас на соревновании было. Смотрим, мы когда боремся, вот смотрите, у нас ошибка, мы что делаем? Идет борьба, я беру, получается, захват, да? Руку бросаю. Он как раз меня ждет. Раз, и он встречает меня, получается, броском. Поэтому прежде брать захват туда, мы что делаем? Мы берем левый захват, если человек правша, левый. И потом беру право. И он делает сейчас подворот. Опа, все. Я левый, рукой его контролирую. Многих ошибка, когда вот сейчас тоже подходит, получается, даже вот маленький, и бросается прямо, лезет сюда. Ни в коем случае. Вот я стою его жду в этом положении. Мы боремся. Он, получается, берет захват, два. Раз. И все, как раз я его жду. Все. Он попал на ручку свою. Ни в коем случае. А он должен что делать? Я стою уже, он берет руку, взял, хорошо взял. И потом берет там взял, хорошо. Все, уже он контакт. Я уже не могу, эта рука мне не дает. Не делайте эту ошибку. Наши дети постоянно тоже попадают. Мы сейчас встаем, переднюю подножку начинаем делать, мы каждому подходим. 3-5 минут работаем. Ставим. 3 минуты и все. Это. Вторую ногу закидай. Раз. И третью ногу вперед поставь. Вперед. Как впереди. Нет. Вот сюда закидаешь. Все. И тянешь все. Опа. Вам. О. Молодец. Давай. Влада, захват. Как делаешь? Тут было. Идешь, да. Первую ногу. Раз. Молитву. Эту ногу закидай. Опа. И пошел. Молодец. Красавчик. Молодцы. Давай. Давай. Сколько даже нет? Ты сейчас где-то? Я тебе... А чё, шумба? Сергей. Он блядь где-то, да? А почему ты такой? Давай, делай. Я такой. А вот что все такое? Ну, еще один. Вайра сломал. Раз. А почему не тянешься? Почему не тянешься? Ты же тянешься. Да. Посмотри, да? И переноги. Ну что ты? Молодец. Смотри, голову на землю смотрит. И поворачивайся. Лучше ты умеешь. Хорошо, все, хорошо. Давай, или по синей пойдем. Раз. Не, подожди, вторую ногу не закидал. Подожди, рука вот сюда, бок на ногу сюда. Вторую ногу сюда наружу. На него не надо смотреть. Головой на место, поворачивайся. Посмотри сюда, когда заходишь, назад не надо смотреть, голову поворачивай. Ой, осторожно. Тяну правду, да? Тяну правду, не все просто сейчас. Давай, делай, как ты можешь выбрать? Я же не смогу. Что, у тебя нет пары? Есть пара? Нет. А ты сам пара, давай. Выдвоем мусор? Давай. Давай сделаем. Ты покажи, давай. Кого не получается? Раз, два, три. Мате. Есть. Все сели.
Быстро! На коленках! А у вас это не айфон, да? Не. Какой? Самсунг? Да. Есть айфон? Да. Я всегда с собой беру. Ребята, по лени, давайте это не этот. По лени, все ли? Наша манка СО. Посмотри на себя. Как ты должен сидеть? Сень, что с тобой? Мне иногда сына за вас, честно. Нашему старшему ветерану. Он хочет пару слов сказать, пожелать вам. Да. Так. Ну. Сядем, например. Я вот здесь написался. Во-первых, мне очень приятно, что меня пригласили в гости. Али уже давно звал меня в гости, но вот никак не получалось, но сегодня я очень рад присутствовать. Мне очень, на самом деле, радостно, что вы вот так увлеченно занимаетесь дзюдо. Вот. Мне очень приятно было познакомиться с Аганом и с ребятами из города Саки, из клуба Кадакан. Вот. Очень приятно, что они вот так вот улучшает свое дзюдо каждый день. И вот вчера буквально одержали очередные свои победы. Но, как мы знаем, основатель Кадакан дзюдо Кано Дзюгоро говорил о чем? Что мы должны каждый день становиться лучше. Несмотря на то, что, может быть, мы сегодня где-то проиграли соревнования, может быть, у нас сегодня плохое настроение, но просто стараться все время как-то вот улучшать себя. И тогда, наверняка, вдруг запляшут облака. Знаете такую песенку? И кузнечик запеликает на скрипке. Да. Вот. Если каждый день улучшать себя, то точно запляшут облака. Ну это так, шутка, конечно. Вот. Я хочу что сказать? Я хочу показать вам одно маленькое упражнение в завершении. А потом я вам еще вот... Мы подготовили с вашим учителем вам маленькие сувениры все. Да. Конечно, скоро же праздник. Какой? Уже начался сегодня. Первый день весны. Ура, праздник. Да, еще куча праздников. А еще пару месяцев и лето. И все. Вот. Вот упражнение вам. Смотрите. У нас есть да, каждый день праздник. Правильно? Если глаза открыло, то он так поет. Проснулся, уже праздник. Пришел на тренировку, вообще три праздника сразу. Да. Вот. Значит, что мы делаем? А если с настроением вообще четыре? Все прекрасно, конечно. Значит, у нас была сегодня какая занятие? Вы делали разминку, вы двигались, правильно? Вы что-то новое узнали, повторили что-то старое, да, послушали какой-то новый взгляд на какие-то приемы новые. И расширили кругозор. Теперь что мы сделаем? Вот в Японии, в Китае, кто изучает боевые искусства, они завершают тренировку в таком положении, это называется так сейдзя, и они говорят еще такое слово мокусо. Мокусо это означает не просто, что мы закрываем глаза и успокаиваем свое дыхание, но также мы попробуем сейчас с вами с закрытыми глазами вспомнить все наше занятие. Вот как мы зашли в зал, что мы делали, какие упражнения мы делали. И попробуйте вспомнить все упражнения, которые вы делали в сегодняшнем занятии. И после этого у вас тогда процесс тренировки будет практически полностью завершен. После того, как мы вспомним все, мы сделаем с вами рейд и радостно получим подарки. Договорились? Да. Сейчас так сели. Спина прямая, расслабились, закрыли глаза и вспоминаем все наше занятие, все упражнения, которые мы делали, которые показывали учителя, как мы делали эти упражнения. Чтобы не уснуть, надо смотреть.
7 часов. Просто закрываем. 5 секунд. Ну, кто-то успел вспомнить, кто-то нет. Смотрите, есть три ступени. Мы вспоминаем, мы потом можем рассказать об этих упражнениях, а потом мы можем записать эти все упражнения, которые мы делаем, а потом мы можем еще зарисовать все эти упражнения, которые мы делаем. Вот вам маленькое домашнее задание. Придете домой, запишите все упражнения, которые вы делали. Нарисуйте все упражнения, которые вы делали, и расскажите своим родителям все упражнения, которые вы сегодня делали на занятии. И проверите, какая у вас память хорошая. У меня вообще есть. Так, смотрите. Здесь разные. Я разные подборки. Я вам принес вот такие журналы, называется «Мир дзюдо». Здесь много интересного рассказано о спортсменах, о тренировках, о тренерах, о разных людях, которые занимаются дзюдо, или кто занимались раньше, история дзюдо. Я думаю, что вам будет всем интересно. Возможно, вы такие журналы уже видели. Мы сделали такую подборку журналов. Вот. И сейчас вам как-нибудь лучше. И еще вам вот такие вот 23-24. Значит, и еще вот такие брелки, белый пояс, дзюдо, сейчас я... Мурзилка. Мурзилка. Дзюдо. Итак, ну что, готовы? Да. А вам поможет мне разговаривать. Так, вы сидите, а мы не будем разговаривать. Вам подарки. Так, включаем. А вас нормально сел? Конечно. На здоровье. Держи. Журнал сейчас. И мы сейчас с вами еще сфотографируемся на память. Да. Все, спасибо. О, у вас еще лишь один надо. Один надо еще. Так, сенсей. Два. И вам. И вам. Ребята, потише. Ребята, сейчас посмотрите. Мы и одну фото здесь сделаем, одну фото здесь. Хорошо. Ребята. Это, подождите. Дети. А, вот это. А потом вот вещь вот перед тренировку вообще. Ребята, а вас? Есть. Это все ставим туда, вот как это, начало, вот так. Поставьте. Два. Ребята, можно потише? Влада? Есть. Успокойся. И сегодня рад, что находитесь здесь, в вашем клубе, и чтобы вот сегодня в таком и у нас и прошел тренировка, и рад с вами познакомиться, рад тоже с вами очень познакомиться, я думаю, что мы еще с вами увидимся. Спасибо большое вашему тренеру, такого. Такого
вам удовольствие, какого находиться здесь, такого атмосферы хорошей здесь находиться, с вами место там. И тренироваться это по душе, это очень хорошо, дети. Ну, я думаю, что наше еще с вами, мы еще увидимся в Крыму, и мы сейчас договоримся с вашим тренером, как чтобы совместно сделать и тренировки у нас, и сбор там, и я думаю, что еще на соревнованиях к нам на Крым приедете, мы еще раз с вами увидимся. Дети. Еще у нас такой маленький подарок, и с маленьким подарком даже ваш тренер знает там, и что хочу сделать вашему тренеру. Я хочу подарок такой вашему клубу. Он висит будет здесь. Он будет висеть здесь и от меня, чисто от нашего клуба. Ну, от нашего клуба. Сейчас посмотрите, что я вам говорю. Будете смотреть на это, будете вспоминать нас. Едем, смотрим туда. Это от нашего клуба. Часы с бросками. Это ручная работа. Спортивный клуб «Кадакан». С наилучшим пожеланием от Афгана Мирзоева вашему клубу, вашему тренеру. Все, спасибо вам большое. Олег, все. Смотрите, ребята, вот как мы фоткаемся, правильно? Старше, на коленках садимся. И сейчас я вас стою это сказать. Да, значит, пожалуйста. Да. Сейчас, иди быстро. Ребята, жимальчики, убегаем назад. Могут руками. Да, на руках держите. Нет, ребята, еще вчера вот на карте. Да, это. А вас? Поезда, которые вот мы выделили на. Возьмите на руках, вот так. Если вот так. Кто хочет, может брать и попробовать. Время идет, да. Время идет. А вас быстрее. Ну давайте. Становитесь. Ребята, ближе. Ты и журнал. Возьми журнал. Да нет. Сейчас я тебя выгоню оттуда. Понял мне? Сюда, иди сюда. Данил, мы тебя ждем, Данил. Руфа, мы тебя ждем, Руфа. А кто-то сзади вот здесь стоит. Не-не-не, я все сделал. Ты слушай меня. Ты что делаешь? Сюда иди. Сел. Встаньте все, я быстро сделаю. Вставай. Садись на коленку. Сюда иди. Вставай. Сел. Давай, сел сюда. Вставай. Сюда садись. Отойдите. Дальше. Усей сюда иди. Ну сразу сюда. Садись на коленку. Спина ровная. Усей сюда. Усей. Вот. Вперед сам. Алисовай. Ну, 1300. Усей. Хватит, а? Потом будете смотреть. Ребята, мы же фоткаемся. Давайте. У меня же тренировка сейчас. А почему так себя ведет?